Ну что тут у тебя? Шляпа опять какая-нибудь? Ну-ка. Ветер, ё-моё. Нихера себе. Николай II, глянь, ёкарный бабай, всё. На память теперь останется только. Ёпара. Ничего сделаешь, отдашь ювелиру, бля, выпрямит тебе. Чуть-чуть ее сандорезнул, конечно. Глянь, с вертушкой. О, и вертушечка есть, японский, класс. С почином, вот и первая находка, глянь. Какой сигнал был, скажи, на терке у тебя? На. 39. 39? Держи. 39, ништяк. А вот товарищ у нас косит тут. Сейчас мы тут все найдем. Посмотрим на довольную рожу Игорька. Что тут у тебя? Это что такое? Это какая-то, это может, какая конина. Накладка какая. Накладка, украшения. А вот это вот уже лепесточек. Глянь, серенький. Четкий какой, да? Ништяк. А у меня, блядь, проволока одна. Ёпты. И довольный. Вот кто из нас будет губернатором? Довольный. Товарищ пробки одни находит, а он довольный, бля. Ну вот этот вот Николаш, конечно, зачетный. Будешь меняться на ятрак? Держи. А у меня вот, видишь, то проволока, то гильзач, бля, какой-то. Ну гильзач, гля, Игорек. Серьезный такой. Кто его, блядь, так закрутил? Будешь меняться на значок? Гильзу? Да. Нет. Гильзу я оставлю вот здесь, сверху. Не копайте верхние сигналы в этом месте. Вот и все. Обязательно закапывайте ямки. О, все. Притоптали. А то вон ребята нам добро дали тут поковыряться. Не будем их подводить. Сейчас вот сюда к речке подойдем. Пуговка какая-то. Масенькая пуховка. А ты что нашел? Две копейки. Две копейки опять? Потом покажешь. Так, как жалко, блин. Вот она лежит, ребят. Кто там? Кто это делает? Кто-то на связь к нам выходит. Выключи. Эх, вот она. Гляньте, как. Гляньте, какая. О, старинная. Но отломанная. Печаточка хорошенькая была. Жалко. Жалко. А здесь уже черноземчик пошел. Здесь уже черноземчик. Там вон на бугре, где машина. Там у нас песочек, а тут чернозем. Ой, ёпь. Нифига себе. Это тоже, ребят. Это знаете, что такое есть? А? Все правильно, это кольцо. Ну что-то она не просто кольцо. Что-то она, мне кажется, непростое это кольцо. Ну, в общем, ладно. Хрен бы с ней. Только сейчас вот здесь вот я вот этот вот перстак достал. И вот тут же такой сигнал бомбезный. Не пропустить ее, ну никак. Такое колечко. Ну и ладненько. Прям в самом муравейнике. Вот она, ну наконец-то. Да Петровская, не Петровская. Первая монета. Копейка. Какая Николаевская? А, как у меня, наверное. Копейка. А сзади орел с лентами у это. В когтях. Как у меня. Ну-ка, погоди. Сейчас мы. О, орелик получше, видать. Масончик. 1832. У меня такой. Четкая, пацаны.
Вот она. Нет у меня такой еще. Но она хреноватенькая. Сказал бы, я тебе подарил. Надо бы. Кого? Такую монетку. Такую подарил. Ну весь кайф в том, чтобы ее найти, а не подарить. Так, давай. Согласен? Покурим. Ну чё? Теперь и у меня харя довольная. У меня вот всё жалко. Вот две довольных хари. Ну, блядь. Бля, вот это вот вещь. Целый, блин. Ну-ка. Это вообще, блин. Да ничего, это нагревается и все выпрямляется. Что ты переживаешь? Интересно. Ну вот. Че у тебя? Мужичий. Мужичий. У меня был такой только размером поболее. Ядреный. Я хочу заказать ювелиру какой-нибудь штурвал золотой. Себе. Че ты? У вас богатых вы поймете. У вас депутатов тоже. А, да, во. Он тебе сейчас скажет, свой палец. Палец нашел я, тракторист сейчас отдам. Скажет, хоть какая-то польза от этих комрадов, блядь. Так, ну один участочек мы уже обработали. Сейчас я вот сюда встану, а то ветер. Скажи, что до нас его обрабатывали. До нас, конечно, его обрабатывали, еще как. Короче, сейчас мы перейдем. Ветер, бля, будет такой ролик, не выложишь. Так, сейчас мы перейдем, вон там еще есть скошенное местечко. Мы перейдем туда, да? Ну-ка, показывай. Хабарница. Их мыть надо. Ты хотел, чтобы она у тебя чищенная прям уже попадалась? Ну, душку там видно. Капуста, да? Капуста. Да, и вот тоже она же. Это тоже капуста? Говорит, уже оттаивать начала. Тоже, да, вон, дундель. КМ. Ну вот это вообще огонь. Ну-ка дай-ка его вот так покажу, пацану. Глянь, какая. Отличник стрельбы. Отличник стрельбы? Ага. За отличную стрельбу. Стрельбу. Александр тут второй. Николай, то есть второй. Кого-то наградил, да? Офигеть. Ну а это что тут? Ну ты хорошо их разложил. Крестики я вообще не прям... На одном он даже это есть. Не прям привод. Вот это, говорит, Игорёк говорит, вот это конина. Вянь. А вот это, говорит, ходячка, бля. Красочка. Видишь, все есть. И мать. Ну ничего, все находки впереди, пацаны. Сейчас мы пойдем вот в то поле, а потом еще вон там за домами пойдем, пока скосили. Меня очень сильно бесит, он постоянно у меня вот отсюда вот, блядь, вот так вываливается, ну достал уже. А ремня на этих штанах нету. Сейчас мы сделаем лайфхак, который многим пригодится. Я его уже делал с Аськой. Короче, вот такая херь от пинпоинта. Открываем. Вот сюда привязываем. Изолентой, тупо. Оп. В этом два плюса. Пинпоинтер всегда под рукой. И рукоятка не пачкается. Но в моем случае рукоятка обмотана пищевой фольгой. И обрыв делайте, чтобы вот тут под ней был. И обрыв ленты. А, теперь надо застегнуть. Чик. Есть. А вот сюда пин уже втыкаем. Классно? А? Пин вынимаем. Эту херню снимаем. Вот так получается у нас. Оп. Первый был сигнал со всего вот этого участка стабильный. И вот что это такое. Кусок говна опять. Эх, елки зеленые. Как жалко. Блин, нафиг. Так, друзья, камера лежала у меня в кармане. А я лопатой засадил нечаянно. Сейчас у меня дисплей разбитый. Я вообще не понимаю, снимает она, не снимает. Ну, вижу так вам на дисплее кое-чего. Выпадает у меня кругляк,
Я думал, это монета, это конянятина. Большая. У меня одна такая есть уже. Кониночка пойдет. Ладно. Оставим на какой-нибудь панно потом придумаем. Так, а у тебя что тут? Ага. Николаевская? Наверное. Александр. А вот не прочтешь. Ну ничего, отмоется. Улыбайся, как ты обычно это делаешь. Так, ладно. Странные здесь вообще сигналы. Вот сейчас вот выпала мне, видите, монета. Прям поверхностный практически сигнал. Но показывал он хрен пойми чего. Значит, о, зелененькая такая. Сильно я ее тереть не буду. Я только чтобы прочитать. Значит, 1994 год, Копендосик. 1894, обманываю. 1894 годик. Вот такая вот она. Копеечка. А тут чего? Ну и тут все в порядке с орлом. Нормалек. Пойдет. Опа. Так. Ну что? Потихоньку прибавляется хабарочек. Когда ты полезла? Вот она какая. Смотрите, пацаны. О, бля, страшно. Сам боюсь. Прячет она здесь клад. Пацаны, ребята, клад она здесь прячет. Вот она какая. Ладно, не будем мучить животное. Дадим ей уйти. Ну чё, поедем домой? Все, хватит. Наковырялись. Накопались. Солнышко заходит. Деревня доживает.